Это новости ОТС. Мы продолжаем. Паровые стерилизаторы, моечные и ультразвуковые машины. Сегодня в областной больнице открылось центральное стерилизационное отделение. Его мощности хватит для обработки инструментов всех больниц левого берега. Подробнее в сюжете Натальи Цопиной. Ну, там здесь было раньше. Там было раньше, вот так, сделали. Вот так. Ну, вот Олег Иванович, когда он здесь, да, мы в клинической ординатуре с ним тут учились, вот так здесь было. Конечно. Теперь же, как в передовых клиниках мира. Новое отделение, стерилизационное, открылось в областной больнице. 20 миллионов рублей из бюджетных средств на ремонт помещения, 55 на специальное оборудование. Все для того, чтобы обработка материалов и инструментов проводилась на принципиально новом уровне. В других медучреждениях работают сегодня автоклавы. Безусловно, как бы сказать, нас очень жестко по этому вопросу смотрят все надзорные контрольные службы. Но то, что мы сегодня в областной больнице запустили вот этот комплекс, слово другое подобрать не могу, это возможность делать централизованно большую серьезную работу и контролировать качество. Поскольку человеческий фактор всегда существует, здесь же практически там, да, он минимизирован. Вкалывают роботы. 4 паровых стерилизатора, 6 моечных и 3 ультразвуковых машины. Сотрудники вовсю используют передовые технологии. Например, в каждую мойку закладывают индикаторы на скрытую кровь. Получается вот это вот абсолютно чистый тест, отмытый полностью. А вот этот, видите, только кровь смыли, а фибрины все осталось. То есть это показатель, что машина некачественно отмывает инструменты. И все приходится перемывать. Инструменты обрабатывают только нейтральными растворами. Современное дорогостоящее оборудование из цветных сплавов кислотная среда может повредить. В помощь и новые материалы. Раньше для стерилизации использовалась вот такая крафтовая бумага. В ней оборудование остается стерильным в течение 3 суток. Теперь в арсенале медиков есть специальная крепированная бумага. И в ней инструменты стерильные в течение 28 дней. Обработать инструменты, помыть, укомплектовать, доставить. Раньше в больнице выполняли это больше 100 сотрудников процедурных, перевязочных и операционных. Раньше операционная сестра, я хирург закончил оперировать, операционная сестра осталась. И после того, как я уже ушел домой, 2-3 часа занималась обработкой инструментарии, помывкой, почисткой и так далее. Это квалифицированнейшие люди, это золотой фонд медицинских сестер. Сегодня нет. Избавили от дополнительной и непрофильной работы медицинских сестер, обеспечили эпидемиологическую безопасность пациентов, причем не только областной больницы. Мощности нового отделения хватит для стерилизации инструментов всех медучреждений левого берега. Наталья Цопина, Сергей Жданов, новости ОТС.